Какая функция у почек? Какие симптомы указывают на снижение функции почек? Какие средства помогут очистить почки? Какие продукты полезны для почек? Что не стоит употреблять, чтобы не навредить почкам? Смотрите видео до конца и узнаете ответы на эти вопросы. Прежде чем перейти к теме нашего выпуска, хочется поблагодарить всех наших посетителей за ваши отзывы и комментарии. Если вы еще не подписаны на канал, а он вам нравится, то исправьте это и нажмите на красную кнопочку. Мы делаем все, чтобы вы меньше болели. Смотрите нас на здоровье. Конечно, в организме человека нет неважных органов. Все части тела и внутренние органы связаны между собой. Нарушение работы в одном из них приводит к изменению функции других. Единственным парным внутренним органом являются почки. Какая функция у почек? Почки расположены в брюшной полости, ближе к позвоночнику, между 9-м грудным и 3-м поясничным позвонками. Первая почка находится несколько ниже левой из-за давления сверху печени. Эти органы выполняют целый ряд функций. Они фильтруют кровь, выделяя токсические продукты, растворенные в воде, образуя мочу. Почки влияют на уровень артериального давления. Они регулируют водно-солевой баланс, являясь органом, синтезирующим гормоны. Структурной единицей почки является нефрон, имеющий сложную структуру, которая позволяет проводить фильтрацию крови, отделять воду и необходимые к удалению вещества. Здесь же происходит образование ренина – гормона, регулирующего артериальное давление. За счет деятельности почечных структур происходит поддержание водного баланса, выделение избытка жидкости, очищение организма. Нормальная деятельность почек влияет на тонус сосудов, не дает застаиваться жидкости как внутри клеток, так и в межклеточном пространстве. При нарушении работы почек происходит резкое повышение артериального давления, обратный заброс в кровь токсинов и застой жидкости. Какие симптомы указывают на снижение функции почек? Нарушение работы почек проявляется следующими проявлениями. Проявление отечности, в первую очередь вокруг глаз, особенно заметной в утренние часы. Бледность кожных покровов, иногда с землистым, сероватым оттенком, что происходит вследствие интоксикации. Уменьшение количества выделяемой мочи. Почки меньше фильтруют, поэтому жидкость задерживается в организме. Появляются отеки, а количество мочи уменьшается. Потемнение мочи. Она становится более концентрированной, может содержать белок и глюкозу, что также происходит из-за нарушения фильтрации. Тенденция к повышению артериального давления. Показатели тонометра колеблются выше средних значений. Высокие цифры не связаны с психоэмоциональным состоянием. Отмечаются в любое время суток. Кожа теряет эластичность, становится не только нездорового цвета, но еще и неприглядного вида, пористой, тусклой. Нарушение структуры волос, истончение и урежение их, появление залысин и проплешин. Периодически ощущение специфического запаха, напоминающего запах мочи, который исходит от тела, а в запущенных случаях и изо рта. Ухудшение аппетита, появление непереносимости некоторых продуктов. Периодически возникающая тошнота, не связанная с приемом пищи. Плохой сон, тревожное сновидение, отсутствие чувства отдохнувшего организма после просыпания. Постоянная слабость, снижение физических и умственных сил. Ухудшение общего состояния, минимальная трудоспособность. При возникновении воспалительных проявлений в почках повышается температура, которая сопровождается ознобом. Отмечаются боли в пояснице, ноющего или тянущего характера. Нарушается мочеотделение. При развитии подобных проявлений нарушается работа почек, что приводит к осаждению остатков шлаков на почечных структурах и в мочевыводящих путях. Это не только ухудшает и осложняет дальнейшую работу почек, но и способствует образованию осадка, камней и песка. Кроме воспалительных проявлений, привести к повышенной зашлакованности почек может различная еда, содержащая большое количество крупных молекул, которые не проходят сквозь почечные фильтры, крепкие бульоны, белковые коктейли. Также раздражающих кислот, приводящих к оседанию в почечных клубочках, местах фильтрации крови. Это щавелевая кислота.
Также повысить зашлакованность может употребление некачественной воды, особенно содержащей большое количество минералов. Во всех этих случаях необходимо проводить мероприятия, способствующие очищению почек и восстановлению их функций. Иначе возможно развитие тяжелой патологии с нарушением работы сердца и сосудов, а также головного мозга, так называемой почечной уремии. Такого состояния, требующего экстренного вмешательства медиков для проведения гемодиализа, аппаратного очищения организма. Какие средства помогут очистить почки? Для профилактики развития почечной недостаточности и нарушения работы почек, очищение почечных структур проводятся следующие методы. Употребление мочегонных и растворяющих осадок средств. Использование больших объемов жидкости. Применение специальных упражнений. Соблюдение диеты. Употребление продуктов, способствующих очищению почек. Прогревание поясничной области. Среди мочегонных и растворяющих осадок средств большое количество натуральных веществ. Здесь применяются различные травы, сборы и чаи. Они позволяют промывать почки, растворять имеющийся осадок и очищать почечные фильтры. В плане подготовки к очищению почек следует провести очищение кишечника и печени. Посвятить один день голоданию для очищения всего организма. За несколько дней до предполагаемой почечной чистки перейти на фруктово-овощную диету. Пить больше жидкости. Исключить раздражающие почки средства, в первую очередь алкоголь. Среди растений самыми эффективными в плане очищения почек являются петрушка и семя льна, шиповник и клюква, черная смородина и укроп. Популярные методы очищения почек основаны на свойствах эфирных масел. Вот, например, как поможет очистить почки пихтовое масло. Проводить очищение почек следует следующим образом. В течение недели употреблять мочегонные средства, соблюдать растительную диету. Потом принимать мочегонные сборы 3 раза в день перед едой с добавлением 5 капель пихтового масла. На фоне этого моча начнет мутнеть, в ней появятся хлопья и осадок. Это значит, что выходит почечное загрязнение. Далее принимать в указанном виде пихтовое масло до полного исчезновения примесей из мочи. Вот так при помощи пихтового масла и мочегонных трав можно очистить почки от застрявших в них шлака, предотвратить воспаление и образование камней. Вот еще несколько рецептов с использованием народных средств для устранения загрязнения в почках. Первый. Недельная диета на огурцах. В день следует употреблять 1,5 кг овощей без соли. В качестве добавки можно добавлять печеный в мундире и без соли картофель. Огурцы обладают выраженным мочегонным эффектом. Употребление их без соли позволит промыть почки и вывести застрявшие шлаки. Второй. В августе и сентябре можно почистить почки арбузами. Это отличный мочегонный плод, способный промыть не только почки, но и печень и кишечник. Если после употребления арбуза принять теплую ванну, то эффект усилится на фоне глубокого прогревания. Третий. Настой шиповника, сделанный из измельченных плодов, взятых в пропорции 5 столовых ложек на пол-литра кипятка. Залить на ночь, накрыть, а на следующий день разделить на 2 части и принимать утром и вечером перед едой. Применять в течение 14 дней. Мочегонные средства следует сочетать с употреблением больших объемов воды, примерно 2,5-3 литра. Однако стоит при таком количестве жидкости следить за количеством выделенной мочи. Показатели приема и выделения жидкости должны быть в плюсе в сторону выделенной мочи. Только тогда произойдет реальное очищение и промывание почек, не будет внутренних отеков. Специальные упражнения, повышенная физическая активность помогут избавиться от накопившихся шлаков. Из упражнений помогут поднимание поочередно согнутых ног и ползание на четвереньках. Бег и ходьба, прыжки на месте, танцевальные па улучшат эффективность очищения. Одним из важных моментов в очищении почек, впрочем, как и всего организма, это соблюдение диеты. Предпочтение отдается растительным продуктам, исключаются животные жиры. Положительно воздействуют на почки огурцы и свекла, петрушка и морковь, сельдерей и сладкий перец. Окажет положительное действие хлеб из муки грубого помола, отварная рыба и клюквенный морс. Все блюда должны быть минимально присолены, либо употребляются совсем без соли.
Возможно применение овощных отваров, но только из рекомендованных овощей. Мясо можно применять в минимальных количествах и только индейку или телятину. В период очищения почек желательно питаться дробно, маленькими порциями, а вместо перекусов пить простую кипяченую воду. Как прогревать почки? Использование очищающих методик станет эффективнее, если применять прогревающие процедуры. Тепло улучшит эффект воздействия мочегонных и растворяющих отложения средств. Использование тепла возможно в виде сидячих теплых ванн, а также прогревая поясницу специальными поясами или бандажами, либо проводя прогревание при помощи, например, подогретой морской соли, песка или корней имбиря. Такие процедуры следует проводить один раз в день, вечером, весь период очищения. Что не стоит употреблять, чтобы не навредить почкам? Чтобы очищение проходило эффективно, все шлаки и отложения вымывались и не задерживались в почках, необходимо полностью исключить соль, не применять продукты, раздражающие почечные канальцы, такие как щавель или шпинат, ограничить помидоры и все овощи и фрукты, богатые калием. На период проведения очищающих процедур следует исключить говядину, баранину, свинину, утку и гуся, жирные сорта рыб. Резко ограничить сладкое и сдобное. Соблюдая все рекомендации, можно отлично очистить почки и сохранить их работу беспроблемной на многие годы.